Всего за 40 минут маленькие, но гордые Нептун и Хивус готовы унести всех желающих подальше от городской суеты. С 19 февраля по воскресеньям суда начнут ходить от речного вокзала Самары до села Винновка. Маршрут новый, с организацией помогли областные власти. До сих пор в зимнее время Винновка была для посторонних практически недосягаема, но желанна. Самарцы уже забронировали путевки в село почти на весь февраль. Департамент туризма Самарской области участвует именно в продвижении этого маршрута. Появилась возможность, теперь задача бизнеса предлагать это жителям Самарского региона, предлагать для туристов, которые приезжают на нашу территорию. Это один из уникальных маршрутов, который, я думаю, будет востребован. Путешествие на воздушной подушке максимально комфортно. На берегу под стенами монастыря гостей встречают священнослужители. Они же устраивают экскурсию по священной обители. За 3 часа здесь успеваешь побывать на колокольне, узнать о быте монахов, посетить местный музей и отведать пищу, приготовленную местными послушниками. А еще прямо в стенах мужского монастыря разводят мальков-стерляди для Волги. То есть такой комплексный тур, который целый выходной день практически занимает. Для комфортного размещения все-таки пока группы стараемся набирать до 20 человек. Люди хотели, люди просили этот маршрут, и он наконец-то открывается. Соглашение о сотрудничестве предприятие-перевозчик и монастырь подписали 15 февраля. Священнослужители надеются, что на экскурсию будут приезжать не только паломники, но и туристы, которые найдут для себя здесь что-то новое. Кто-то отдохнет от городских проблем, а кто-то найдет и духовную пищу. Прямо сейчас происходит обряд освящения воздушных судов «Нептун» и «Химус». Теперь верующие христиане могут чувствовать себя еще спокойнее в этом и без того безопасном транспорте. Сергей Ромашов, Станислав Левин. События.